Жители села Талдысай получили от властей долгожданный подарок. Здесь появилось центральное водоснабжение. На эти цели было выделено более 300 миллионов тенге. Большая часть поступила из республиканского бюджета. Порядка 100 миллионов было направлено из местной казны. Генеральным подрядчиком по выполнению государственного заказа выступила ТОО КТП. Досрочно сдали этот объект. Мы все понимаем, что означает для человека вода. Вода – это самое главное. То, что вы просили, мы все сделали как власть. Когда мы с вами первый раз встречались, вы мне перед мной поставили 5-6 проблемных вопросов. На сегодняшний день все эти вопросы решены. Теперь осталось вам работать. Каждая семья, каждый человек должен смотреть в первую очередь за своим домом, за своим огородом, чтобы около дома была зелень, деревья, чистота, чтобы был, заборы, ну и так далее. Напомнил аким также о благоприятном месторасположении села. Близость к областному центру, оживленная трасса, которая позволяет организовать здесь придорожный сервис. Кроме того, плодородная почва может стать залогом хорошего урожая овощей. Только нужно приложить усилия. Глава региона пообещал посетить район будущей весной и лично убедиться в том, как жители выполнят теперь уже его пожелания. Все возможности для этого есть, включая полив. Мы здесь живем уже 30 лет. Раньше в поселке была большая проблема с водой. Каждый добывал кто как, кто мог. Вот сейчас благодаря вот нашим руководителям у нас пришла в поселок такая цивилизация. У нас вода пошла, у нас газ, у нас дороги отличные теперь стали. Жизнь в поселке наладилась, мы очень этому рады. Мы рады, что в ауле у нас появилась вода. Теперь не надо мучиться. Ходить с ведрами все доступно. Да и в целом жизнь сейчас становится лучше. Много строится, много появляется разных услуг. У нас есть и чайхана, и клуб, и амбулатория. Спасибо, что власть к нам прислушивается и выполняет обещанное. И за воду отдельное спасибо рабочим КТП. Все-таки старались подключить нас раньше. Протяженность инженерных сетей составила 16,7 километров. Работы были выполнены с учетом стратегии казахстанского содержания. При конструировании прокладки водовода и насосной станции использовались материалы местного производства. С введением в эксплуатацию нового объекта, обеспеченной жителей Хабдинского района центральным водоснабжением, составила 74%. Ирина Гуть, Сергей Калашников, программа «Факт».